Желто-зеленые обыграли московский ЦСКА со счетом 1-0. На историческом для ФК «Кубань» матче присутствовал исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев все игровое время болел за желто-зеленых на стадионе. Своей радости от забитого Кубанью мяча не скрывал. Эмоции в этом случае взяли верх. После финального свистка Вениамин Кондратьев спустился с трибуны и отпраздновал победу вместе с болельщиками. После этого зашел в раздевалку и поздравил самих футболистов. Теперь «Кубань» поборется за трофей с московским «Локомотивом».